Складываем руки перед грудью, споем вместе ом, глубокий вдох. Опускаем руки на колени, опускаем вниз голову, круговые движения вправо. В другую сторону влево. С выдохом заканчиваем. Колени на себя, грудная клетка вперед. Приподнимаем голову, вытягиваемся, подавая вперед грудную клетку. Выпрямляем спину, вытягиваемся вверх. Переплетаем пальцы рук, разворачиваем замок вверх. Несколько движений вправо-влево. Вытягиваемся вверх, расплетаем пальцы, скручиваемся вправо. Вытягиваемся вверх, в другую сторону влево. Вытягиваемся вверх, расплетаем пальцы, опускаем руки на колени. Спину сохраняем прямой, дышим капалабхати. Заканчиваем. Глубокий вдох. Задерживаем дыхание. Кто еще удерживает дыхание, поднимаем голову, медленно выдыхаем. Переплетаем пальцы правой руки в вишну мудру, оставляем руку на правом колене, дышим двумя ноздрями. По одной.
заканчиваем. Вдох, задержка. Кто еще удерживает дыхание, поднимаем голову, медленно выдыхаем. Сделаем такой же цикл с задержкой на выдохе. Дышим двумя ноздрями. По одной. Заканчиваем. Вдох, выдох, задержка. Кто удерживает дыхание, расслабляем живот, медленно вдыхаем. Расплетаем ноги, вытягиваем вперед. Несколько движений стопами. Сгибаем, разгибаем колени. Затем переносим вес в ноги, вытягиваемся стоя. При необходимости колени держим немного согнутыми. Если ноги хорошо растянуты, выпрямляем их. Вытягиваемся. Я тебе коврик принес, если что. Поднимаемся. Встаем у переднего края коврика, стопы вместе, руки перед грудью, со вдохом вытягиваемся вверх, выдох, наклон, правая нога, шаг назад, уводим назад левую ногу, опускаем колени, грудь, подбородок, вдох перед вверх, назад, выдох. Правая нога, шаг вперед, левая к правой, наклон, вдох вверх, руки перед грудью, выдох, вдох вверх, выдох, наклон, левая нога, шаг назад, правая, опускаемся, вперед, вверх, назад, выдох. Левая, шаг вперед. Правая. Вдох вверх. Руки перед грудью, выдох. Вдох вверх. Выдох, наклон. Правая, шаг назад. Левая.
Опускаемся. Вперед, вердох. Назад, выдох. Правая шаг вперед. Левая. Вдох вверх. Руки перед грудью, выдох. Вдох вверх. Выдох, наклон. Левая шаг назад. Правая. Опускаемся. Вперед, вердох. Назад, выдох. Левая шаг вперед. Правая. Вдох вверх. Руки перед грудью, выдох. Со вдохом вытягиваемся вверх. Выдох, наклон. Поднимаем голову, вдох. Переводим ноги назад. Выдох. Вперед, вердох. Назад с выдохом фиксируем. Вытягиваем спину, ноги. Дышать стремимся ровно, медленно, глубоко. Углубляем, удлиняем свое дыхание. После очередного выдоха ноги идут к рукам. Поднимаем голову, вдох. Опускаем выдох. Со вдохом вытягиваемся вверх. Руки перед грудью, выдох. Вдох вверх. Выдох, наклон. Поднимаем голову, вдох. Уводим ноги назад. Выдох. Вперед, вердох. Назад с выдохом фиксируем. После очередного выдоха ноги идут к рукам. Поднимаем голову, вдох. Опускаем выдох. Со вдохом вытягиваемся вверх. Руки перед грудью, выдох. Сгибаем колени. Вдох вверх. Выдох, наклон. Поднимаем голову, вдох. Уводим ноги назад. Выдох. Вперед, вердох. Назад, выдох. Разворачиваем левую, правая нога, шаг вперед. Поднимаем руки со вдохом. Опускаем с выдохом. Нога, шаг назад. Вдох, вперед, вверх. Назад, выдох. Разворачиваем правую, левую, шаг вперед. Вирабхадрасана, вдох. Чатуранга дандасана, выдох. Вперед, вердох. Назад с выдохом фиксируем. После очередного выдоха ноги идут к рукам. Поднимаем голову, вдох. Опускаем выдох. Сгибаем колени, вытягиваемся вверх со вдохом. Выпрямляем ноги, выдох. Сгибаем колени, вдох вверх. Выдох, наклон. Поднимаем голову, вдох. Уводим ноги назад. Выдох. Вперед, вердох. Назад, выдох.
Разворачиваем левую, правую, шаг вперед. Верхухадрасана, вдох. Четвертая гадандасана, выдох. Вдох вперед, вверх. Назад, выдох. Меняем ноги, левая шаг вперед. Со вдохом поднимаемся. С выдохом опускаемся, нога шаг назад. Вдох вперед, вверх. Назад с выдохом, фиксируем. После очередного выдоха ноги идут к рукам. Поднимаем голову, вдох. Опускаем выдох. Сгибаем колени, вытягиваемся вверх со вдохом. Выпрямляем ноги, выдох. Переплетаем пальцы рук. Разворачиваем замок вверх. Поднимаем пятки. Поднимаем взгляд. Тянемся вправо, взгляд вверх, с под левой руки. Вытягиваемся вверх, другую сторону влево. Вытягиваемся вверх. Расплетаем пальцы, опускаем пятки. Переводим руки назад за спину, таз подъем вперед. Грудную клетку вверх, вытягиваясь по всей длине спины, постепенно уходим назад. Мягко переходим к наклону. Ладони на предплечье, локтями тянемся вниз к полу. Расслабляем шею, спину, заднюю поверхность ног. Захват сзади за ноги, подтягиваем живот бедром. При необходимости немного сгибая колени. Если живот прижался к бедрам, колени прямые, захват за локти, за линию ног, еще больше вытягиваемся. Не выходя из наклона, переводим руки за спину, переплетаем пальцы рук, разворачиваем замок вверх, тянемся замком вниз, добавляя вытяжение в плечах. Расплетаем пальцы, поднимаем голову. Тянемся вперед за пальцами рук, переносим вес пятки, стопы от пола открываем. Переходим в бакасану. Если поза получается легко, фиксируем, дышим ровно, глубоко. Если кисти болят, руки устают, долго не держим. Понимаем, что здесь кисти могут перегружаться. Постепенно они укрепятся. Если они устают и чувствуем дискомфорт в кистях, не надо долго держать позу. Лучше опустить ноги, кисти в другую сторону завернуть. Если поза получается легко, подтягиваем пятки к ягодицам. Пробуем еще больше вытянуться. По окончании переводим ноги назад, четвертую дандасану любым способом. Вдох вперед, вверх. Назад с выдохом вытягиваемся, ватха мукшванасана.
Поднимаем голову, разворачиваем левую стопу, правая нога шаг вперед. Поднимаем руки, соединяем ладони. Первый рападрасана. Левую бедренную косточку немного вперед подаем, стремимся закрыть таз. Дышим ровно, медленно, глубоко. Переводим вперед, правую руку отводим назад лево, верхподрасно 2, открываем таз. Живот немного внутрь, копчик вниз. Стремимся выставить позу так, чтобы ощущение тазобедренных суставов было на раскрытии. Поднимаем правую руку, левую руку к левой ноге, вытягиваем начало левый бок. Правый верхний бок. Опускаем правую руку к внутренней части правой стопы. Левую руку вперед вытягиваем. Падшутанасана. Переводим левую руку за спину, правую под колено, захват. Освобождая захват, опускаем вниз руки, подныриваем правым плечом под правое бедро, заднюю пятку поднимаем, тянемся вниз, голова стремится к полу, ближе к пятке. Стремимся не ставить голень под острым углом, в такое положение не надо ставить. Достаточно широкий шаг. Если не можем опустить голову, можно опустить заднее колено, опустить локти, расслабиться, вытягивая бедро. Кто легко голову опустил, усложняем позу, беремся левой рукой за стопу, головой под правую ногу подныриваем. Освобождаем шею, если мы подныривали головой под ногу. Переходим в кундинясану. В простом варианте задняя нога осталась на полу, колено может быть прямым согнутым. Полным поднимаем ногу. Для кого поза простая, переходим в аштавакрасану, выпрямляя левый локоть. Левую ногу вперед проносим. И таким же движением возвращаем ногу обратно к кундинясану. По окончании ноги сзади, вдох вперед вверх. Если устали, дыхание сбивается, колени лучше опустить, расслабиться в шишхантасане. Либо Адха Мукша Ванасана. Из любого положения приподнимаем голову, вдох вперед вверх, назад выдох, разворачиваем правую и левую ногу, шаг вперед, поднимаем руки, соединяем ладони, первая верхподрасана. Верхподрасана 2, переводим вперед левую руку, отводим назад правую, живот внутрь, копчик вниз. Поднимаем левую руку, правую руку к правой ноге, вытягиваем левый бок.
Опускаем левую руку к внутренней части левой стопы, правую руку вперед вытягиваем. Паршуканасана. Правая рука за спину, левая под колено захват. Освобождая захват, подныриваем левым плечом под левое бедро, заднюю пятку поднимаем, тянемся вниз, при необходимости упрощая позу. Кто уводил голову под ногу, беремся правой рукой за левую стопу, локоть на пол, голова под левую ногу. Освобождаем голову, если она под ногой. Переходим в свой вариант Паудиньясаны. Кто усложнял позу? Аштхаврасана. Возвращаемся обратно к Паудиньясаны. По окончании ноги сзади, вдох вперед вверх. С выдохом при необходимости шишанкасана, либо ахмукшванасана. Поднимаем голову, вдох вперед вверх, назад выдох, разворачиваем левую, правый шаг вперед, поднимаемся, выпрямляем ноги, Утхит Триконасана, правую руку опускаем, на ногу ниже колена, на стопу, либо с внешней части стопы. Тянемся вперед за левой рукой. Опуская вниз руку, ноги ставим немного уже. Вытягиваем спину, переднюю ногу. Приврит Триконасана. Левая рука к внешней части правой стопы, правую руку поднимаем, скручиваемся. Если есть необходимость, рука на ноге, на пальцах, на бруске. Опускаем вниз руку, переносим вес. Правую ногу, поднимаем левую. Либо фиксируем этот вариант, либо берем с правой рукой за правую ногу. И отталкиваясь левой рукой от пола, максимально вверх. Левую ногу поднимаем, слегка разворачиваем бедре. Приподнимаю голову, слегка опускаем ногу, так чтобы таз был закрыт. Переплетаю пальцы рук за спиной, тянемся вниз замком. Так же, как мы делали на двух ногах, теперь на одной. Расплетаем пальцы. Правая рука на линии правой стопы или немного вправо. Разворачиваем верх левое бедро, левую руку поднимаем, Ардха Чандрасана.
Пока баланс неустойчив, смотрим вниз. Если устойчив, поднимаем взгляд. Поменяем положение рук, опускаем левую руку, поднимаем правую, скручиваемся. Опускаем вниз руку, ногу, стопы немного разводим в сторону. Беремся за большие пальцы ног, указательным и средним пальцами рук. Поднимаем голову, вытягиваем спину со вдохом. На выдохе уходим в наклон. Если есть необходимость, колени чуть согнуты, по возможности выпрямляем ноги. Со вдохом приподнимаем голову, сгибаем колени. Правую руку уводим между коленей и под правое бедро. Левая рука назад за спину, захват за спиной, взгляд вверх. Колени либо согнуты, либо пробуем выпрямить левую ногу, если получается обе. Сгибая колени, опускаем вниз взгляд, переносим вес в левую ногу, приподнимаем правую пятку и, цепляясь правой рукой за правое бедро, встаем. Если не удается встать с захватом, просто встаем, подтягиваем бедро к животу. Если с захватом встать удалось, вытягиваем ногу в сторону упрямления. Сгибаем колено, подтягиваем пятку к животу, укладываем ногу в полулотос. Есть полулотос, для нас сложная поза, стопа к бедру, врикшасана. Вытягиваемся вверх либо двумя руками, либо добавляем захват, если полулотос получается легко. Либо фиксируем вариант, если мы его упрощали, либо уходим в наклон. Не надо наклоняться, если колено испытывает какой-то дискомфорт. И следующую позу имеет смысл делать только если колено чувствует себя абсолютно комфортно. В этом случае освобождаем захват, сгибаем опорную ногу и понижаем голень на колено. Во всех остальных случаях освобождаем ногу и выходим обычно в бакасану. Укладываем голень выше локтей и пробуем либо просто слегка приподнять ногу и потянуться вверх. Подглавасана. Если вверх вытянуться удалось, переводим ногу поверх плеча. По окончании переходим назад, расслабляемся и еще раз покажу, пока расслабляемся, если у кого-то не получилось. Главное, чтобы колено чувствовало себя комфортно. Если мы уложили голень поверх колена, и оно оказалось выше локтей, то первое, что мы можем сделать, это попытаться, прижимая левым бедром стопу, просто приподняться. Для этого нужно также немного опускать голову. Чуть приподняли ногу, это самый простой вариант. Поднять ее совсем вверх немного сложнее. То есть нужно все начинать с простых вариантов.
Затем вытягиваемся, расслабляемся. Из любого положения поднимаем голову, вдох, вперед, вверх. Назад, выдох. Разворачиваем правую, левая нога, шаг вперед, поднимаемся. Выпрямляем ноги. Опускаем левую руку, Удхи Триконасана. На голень, на стопу, на полость нижней части стопы. Тянемся вперед за верхней рукой. Опускаем вниз руку, ноги немного уже. Вытягиваем спину, переднюю ногу. Приврит Триконасана. Рука к нижней части. Правая рука к нижней части левой стопы. Руку поднимаем. Скручиваемся. Опускаем вниз руку, переносим вес в левую ногу. Поднимаем правую, тянемся вниз. Либо оставляем руки на полу, либо захват. Левой рукой за левую ногу. Правую максимально вверх поднимаем, слегка разворачиваем в бедре. Приподнимаю голову, слегка опускаем ногу, закрываю таз, переплетаю пальцы рук за спиной, тянемся вниз замком. Расплетаем пальцы, левая рука перед собой, разворачиваем правое бедро, поднимаем правую руку, Ардха Чандрасана. Пока баланс неустойчив, смотрим вниз. Если устойчив, поднимаем взгляд. Меняем положение рук, скручиваемся. Приврита Ардха Чандрасана. Опускаем вниз руку, ногу, стопы немного разводим в стороны, переводим ладони под стопы, вытягиваем кисти рук, спину, Падхастасана. Поднимаем голову, сгибаем колени, освобождаем руки. Левая рука между коленей и под левое колено, правая рука за спину, захват, взгляд вверх. Колени либо согнуты, либо правую ногу выпрямляем. Если получается, пробуем вторую тоже вытягивать в сторону выпрямления. Если у нас захват получился хорошо, то встать здесь не очень сложно. Сгибаем колени в оба колена. Опускаем взгляд. Вначале приподнимаем левую пятку. И, перенося вес в правую ногу, хорошенько цепляемся левой рукой за левую ногу. И аккуратно, аккуратно начинаем подниматься.
Весь вопрос в том, чтобы делать это медленно. Конечно, нагружается правая нога, но в принципе сделать это несложно, потому что цепляясь рукой, мы помогаем себе встать. То встал, вытягиваем ногу. Или просто бедро к животу подтягиваем, если не удается встать с захватом. Сгибаем колено, либо стопа к бедру, либо полулотос. Если удается сделать захват в полулотосе, делаем захват, вытягиваемся вверх одной и по двумя руками. Если позу упростили, пока постоим. У кого полулотос получается легко, уходим наклон. И кто стоит, освобождаем ногу, повторяем обычную бакасану. Если мы в наклон ушли, колено чувствует себя комфортно, понижаем голень ближе к колену и укладываем левую голень выше двух локтей. Затем, перенося вес вперед, либо просто приподнимаем ногу, либо уходим ее вверх. Это подглаза. Если поза получается легко, мы можем правую ногу перевести поверх правого плеча. По окончании любым способом переводим ноги назад. Вдох вперед вверх. С выдохом либо опускаем колени, расслабляемся в шантасане. Либо таз вверх, пятки к полу, Адха Мукша Шванасана.